Шоу. Мы продолжаем, и так, следующий номер у нас... Так, подожди, секунду, помолчи, сейчас. Хорошо, давай оставим ребенка у моей мамы. Мы у твоей мамы больше ребенка не оставим. Почему? Мы один раз оставили уже ребенка, он нас за коммунистов теперь агитирует, блин. Хорошо, я собираю вещи и жду в машине. Так, друзья, мы тут с женой собрались в Таиланд на недельку. Хотим ребенка оставить. В зале все свои, поэтому я думаю, вы нам поможете, правильно? Так, сразу первый вопросик. Есть кто-то, кто живет на Печерске? О, отлично, пойдем, малый, хоть неделю нормально поживешь. О! Нравится тебе тетя? Останешься у нее? Я бы остался. Но нельзя, к сожалению, у нее какой-то дядя живет. О, слушайте, друзья, а есть тетя без дяди? Вот так вот. Есть какая-то тетя без дяди? Где? Покажите, где тетя без дяди? А, вы здесь, да? Слушайте, значит, смотрите, такая ситуация. Ребенок очень такой впечатлительный, новых людей боится. Можно я с вами пару дней посплю? Не, ладно, пойдем дальше. Так. Кто? О! Да. Жалко, что мы уже сисю не кушаем, да? Тебе как бы уже поздно, мне уже вроде как нельзя. Так, хорошо. Слушай, а может мы тебя на дядю оставим, а? Ой, смотри, какой дядя. Дядя, вы милиционер? Бандит? Депутат? Вот видишь, дядя не обидит, можно оставаться. Так, девушка, а у вас есть ребенок? Подойдете ко мне потом. Так. А ну-ка. А, вот, смотри, отличная пара. Все хорошо. Вы умеете сказки рассказывать? Умеете? Ну, конечно, как бы вы такую лялю себе схватили. Слушайте, а вы вот, мужа там смс-очки ночью читаете по ночам там? А вот видишь, тетя умеет сказки рассказывать. Нормально. Нет? Слушай, ну время-то уже. Вика! Я собрала вещи, жду в машине. Отлично, хорошо. Слушай, давай, ты сейчас сам маму себе выбираешь. Вот какая тебе подходит, такую бери. Ага. Какая? Какая нравится? Ага, вот это, да? И дядю какой? Какого дяди? Вот этого. Слушайте, вы там как-то состыкуйтесь, хорошо? Я ребенка оставляю, мы помчались. Все. Счастливо, через неделю заберем.